Это у нас мангальчик. Прям вообще нормалидзе, таки дровишек. Ну вот огородик там всякие такие. Значит, набор удлинителей тоже сделал целых три. О, котик. Ти какая мелкая котика. Вот, набор удлинителей провел со второго этажа. Там вот огород соседей, кстати. Погодка, как видите, хорошая, прекрасная. Вон это, велосипеды наши два штуки. Там вон банька. Вот там вот. Лестница тут такая не опасная, как можете заметить. Такая абсолютно не опасная. Вообще ни в коем случае не опасная лестница такая. Убью. Ну чё, привет, сосед. Здрасте. Да хватит закрывать соединение. Возьмите чистую посуду, раз. Помойтесь сами. Два. Забросьте готовку нафиг. Привет, где шашлык? Вот, дядя, вы издеваетесь. Дай поиздеваться людям. Ты видишь, ты вот посмотри на мое лицо. Ты видишь, что я не издеваюсь? А? Гитару взяли, но у нее есть одна проблема. Точнее, их четыре. Вот здесь вот. И это вполне себе нормально функционирует. Я думаю, как бы вот такая вот гитара. Вот такая вот. Вот. Это та самая с четырьмя саморезами. И она реально держится на них, потому что у нее, видите, вот тут вот все обломано. И, короче, ну, но она играет. Если на нее натянуть струны, конечно. Сейчас они просто спущены, струны. Потому что на ней никто не играет. Вот так вот. Поэтому давайте мы поставим ее пока что сейчас вот назад. Сейчас пока вот рано этим пользоваться всем. Так, вижу стрим, где шашлык. Вот он. Очень неопасная лестница. Спустимся по ней не опасно. Ути какая, приветики. Травишек накидал. Сейчас будем разводить вот такими вот спичками. Какой город? Пинск, Беларусь. Разведем костер любви всем, ну, смертям назло. О, вот, 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 сюда, вот, а ты спиваешься. А я спиваюсь тоже. Ой, ну бас. Я разжигать, если что, не умею. Первый раз шашлык делаю в жизни. Мне кажется, что сейчас бумага просто вся прогорит. Котики, 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 куда полезла? Не надо. Я нашел махалку. Пойдемте щепки поищем. Специальная бочка с щепками. Смотри, они прям разваливаются все. Гениально. Спасибо тот, кто придумал это дело. Кстати, может быть, кто-то не знал на самом деле. Смотрите, вот зачем сюда вставляют пробку в крышку? Офигеть. Вот этому место на кухне. На кухне место. По-любому. Нормально. Ого. Покажи, покажи. Кстати, можешь меня заплести или волосы? Конечно, так. Могу. Хочешь, я тебе вот это куда-нибудь засуну? Нет, не надо мне свечку никуда засовывать это. Можно, о, смотри, по самый локоть. Теперь понятно, кто из нас пассив-актив? Понятно. Вот по этим звукам, я думаю, вы понимаете, куда делась свечка, да? Сколько тут угля активировано, шо капец. Так, наверное, активировали. Пиратский активированный уголь. Да ладно тебе, ну. Ну нормально, кстати, уже можно. Уже жарит так и приличненько. Сейчас вот это вот догорает и все. Вот он, если что. Вот он, вот. Наш Пашка, к сожалению, шампуров нету. Опа, потеря. Кстати, что это, слышите звук любимых соседей? Да, в баню еще, да. Но в бане стрима, конечно, не будет. Многие бы хотели увидеть стрим в бане. А вы когда-нибудь играли в чужом огороде с киской? Котила! Уху, морда полосатая! Привлекает коленками? Так да, это у Вени такие женственные коленки. Ну да, я ж похож на Веню, естественно. А, возбудился немного? Так я могу тебе свою коленку показать. Вот она, смотри. Вот она. А что, тут коленки удачи? Сейчас оголю, подожди. Никогда не видели, как человек пьет.
Ну-ка, скажите-ка, сколько сейчас температура в костре вот на глаз вот так вот? Вы же эксперты. Вы должны знать, сколько сейчас в костре температуры. А кто это там? Здорово, а мы тут это сидим. А кажется, нашел нормальную штуку для того, чтобы костер обдувать. О, Samsung. Ага. Еще свой диплом возьми, вообще идеально. У него еще есть зубочистка у этого Samsung. Как можете заметить. В носу ковырялка, зубочистка. Травка. Ох, нифига себе! Эта штука еще и звонить умеет. Иди бери быстрее, мне страшно. Я слушаю. Ну что, вообще не пьем? Ну почему пьем? Часто, много. Хочешь томат? А давай. Эй, дай мне помидорного. Дай мне помидорный, тебе говорю. Да дай мне помидорный, ё-моё. Да нормально все будет, я тебе чек. Дай помидорного. Блин. Шашлык без алкоголя, деньги на ветер. Точнее, мясо на ветер. Вот так вот. Если человек не может развлекаться без алкоголя, то все потеряно. Вообще все потрачено. Истинное развлечение не требует алкоголя. Кстати, на этом стриме можно наблюдать сытого стримера. На многих других я обычно голодный. Да, музона нет, это да. Я просто устал от музыки. Включите себе вкладку какую-нибудь. Радио Рекорд, Веснушка FM. Включайте второй вкладки, делайте на самую тихую громкость Веснушку. И будет кайф. И сейчас мы можем наблюдать, как она ест мясо. А вот так вот. Ну а что, мясо же шикарное. Такой чисто ASMR. Небольшой шепот. Тебе нельзя томат. Дай попробовать. Ей, дай попробовать! Да нельзя тебе томат. Ты же сама говорила, что нельзя томат. Томатный! Говорила, нельзя тебе томатный. Ни в коем случае тебе не давать томатный. Вот я и останавливаю тебя с томатным соком. Ну просто ей нельзя томатный, поэтому простите. Какие у вас есть гарантии, что я сейчас трезв? И ни в какой сок ни в какой сок ничего мы не наливали. Ну, кстати, да, вам что, завидно, что ли? Если я бухой, то что? Что, завидно, да? В любом случае, у вас нет никаких доказательств. Наконец-то видим тебя в штанах, а то обычно только вверх на студии. Да я обычно без штанов сижу так-то, да, сегодня вот в штанах. Вообще, это не штаны, это трусы суперсемейные называются. Если кто-то не знал. Такие чисто семейники. По щиколотке. Да они даже могут до мизинчика дотянуть, наверное. У розетки отход. Отход, у меня уже переход. Ты сейчас поел сырого мяса, а там глистов в нем куча. Так, в смысле глисты? Это же белки. Здорово, что все здесь. Нажались. Сейчас водочки прям вообще. За 150 из зеленого ларька. А где сосиски? А где моя сосиска? И парнишка в кепке, ты в курсе, что надо доски поломать? Они с гвоздями специально, они защищаются таким образом. Древесина, это же тоже человек, он когда-то был, хочет жить. У меня рак жопы, мне надо его вылечить. Донатьте мне на рак жопы. В смысле, на его лечение. Спасибо, кто поддерживает. Спасибо за донаты. Расскажи ему, чтобы рака в попу не засунул. Ну ладно, ладно. Ну, у Иисуса были черные волосы. Это плохой косплей. Это арийский Иисус. Я вижу, у него голубые глаза. Так. Паш, ты что так скрипит-то там сразу-то все? Я же говорю, это жопный рак. Твич говно из жопы, конечно, в этом плане. А такие слова можно, я забыл уже. Не знаю. Ну, они не совсем культурные, конечно. Я бы не стал, когда так делать, если бы попросил кого-то передать за проезд в маршрут. Толстый мандюк летает. И здесь они тоже летают. Я не знаю, какая-то огромная мошонка летает. Лови его, показывай на такие шутки, которые запрещают. Что делать? Как дела? Mm-hmm.
не лезь в камеру. Не усики, а пробу трусики семейные. Паша кормит Нину со своей палки. Я из двух могу. Спасибо большое. Славка, говорят, ты опасный. С тобой надо осторожно. Это, кстати, правильно, да. У меня палка не гасит. Видишь, какой он опасный? Видишь, как он сосиски открывает? Будь осторожней с ним. Он пальцем это сделал. Засовывай. Пахнет пенисом. Большим или настольным? Морским. Есть такая штука, рыба-пенис называется. Да? В смысле, это без шуток на самом деле. Пушкин лох, кстати. Но стихи хорошие писал. Димана с нами больше нет, и он парит вокруг планет, лишь в окружении комет. Хардстайл слушает, но нет, и мух у нас лежит пакет. По-моему, так Дом 2 начинался, когда вот так вот оператор стоял и снимал. Почему сосиски не разговаривают? Да, я спрошу, готовы они или нет. Спермами. Ущемление пальцев. Мальчик молодой, все хотят тебе в лицо ногой. Давайте купим Наташа. Сухого говна. Наша жизнь стала краше. Давайте человеку в розовом продолговатые предметы. Давайте. Как понять, не давайте? Абсолютно спокойный, адекватный человек. Даже стильный, смотрите, кстати. Да ты не обращай внимания, я тут ни о чем. Вот этот пенис возьмите, пожалуйста. Samsung уже собирался покупать, идти? Ну так а все равно же мне не платят за Samsung. Поэтому я даже не знаю, Samsung не Samsung, сам смотрите, понимаю. Это реально похоже на котенка. Спасай. Спасай, бойца. Давай воды попробуем. Чивапчичи. Это загустевший кетчуп. Точнее, кетчунес какой-то. Не могу писать, я боюсь. Нет алкогольных напитков, все абсолютно трезвые, если что. Вот, если тут кто-то и бухой, то это я. В хламину просто пьян, если вы не знаете. С чего? А вот от не жизни, скажу. Он пьян от жизни. От жизни пьян. Ой-яй-яй! Уля-ля! Суешь там, это, макросъемка, блин. Опа, неплохо. Опля. С колен вкуснее. Я прикольнее, если бы наклонился бы. Что это такое? Да это вы че? Там, кстати, в холодильнике, если еще есть белковая жижа. Что? Майонез. Белковый продукт. Не, мясо было интереснее, чем сосиски. Ну, скажу я честно. Прикольно. Так я не бухла, я не пью на эфире, я до эфира. Я не пью на работе, да, я пью до работы. Я до эфира уже нахреначился по самые там. Не ответили. Опа, оно само захотело перевернуться. Оно сказало мне об этом. Наконец-то губы. Ну как тебе Пукатыч? Пукатыч. Пукатыч. Stop right there, criminal scum. You violated my mother. You violated the law. Сайт. Говорят, с едой нельзя играть. Но он же не хищник. Я ем. Я художник, я так вижу. Давай с вами подеремся на колбасе. Давай.
Ну, моя хорошо. Все, бан! Кто первый задонатит, тому благодать на весь год. Я два раза. Потом можно будет вот этих всех мошек стрясти. Как приправа. Слепить так в комочки и пожарить. Как в Шреке, знаешь. На паутинку и так. Душа моя, какого ты? Нет, еще минуточку. Опа! Виновник торжества там спрятался. Вот это вот до солярия и после. Мне кажется, это отличная реклама для солярия. Чувствую, мне цветочки кажется, если налить соуса, который капает с этих сосисек в банну в эту... И голову им помыть. Во флакон. Точно, во флакон с жижей и выпить. Надо камеру протереть. Чем? Трусами? Да она не фокусит, там фокус с жиром заплыл. Во, вот он, короче, как она выглядит. Уже плохо. Ща. Что это такое, скажите? Что это за жук такой? Я такое, если честно, первый раз вижу. Я тоже. О, блин, он мне в вену ползет. По вене пошел. Так, факс из альфа-самец, а мабуе это релизи-самец. А что, это? Нет, бета-версия. Это друг улетел, что ли, большой? А, бета уже? Да куда-то свинтил. Понял. Стоп, это же я его выкинул. Ага, триал. Нет, на 30 дней. Блин, было бы круто, если бы триал на жизнь был всего на 30 дней, а ты об этом даже не знал. Не, у тебя триал-версия на 50 лет. Ты тебе поверил, что ты батюшка? Каноничный образ? Не, ну, ты как хочешь. В любом случае, я абсолютно адекватно отношусь к любому мнению и считаю, что имя – это стершийся иероглиф, к примеру. О, да, мне так нравится эта фраза. Говорю почаще, мне это успокаивает. А то я уже начинаю возгораться. Вот этот кот, что ли? Еще чего? Нет, ты че, падла? Сколько ты зарабатываешь? Я пользуюсь скайпом. Все, давайте, ладно, завершаем, уважаемые. Всем Бог здоровья дал. Дай Бог здоровья. Счастья, здравия, спасибо за просмотр. До свидания. Да, капец. Нажми на кнопку красную. Не-не-не, на время. И на OES.